Вы соблюдаете график движения вашей работы, а не выяснять, что... Что еще раз? У вас график движения есть, ехать? Есть. Да, ехать. Ну, проход через переднюю дверь. Оплатим сейчас. Мы через заднюю прошли, оплатим сейчас. Что, ну, а почему через заднюю проходим? Проход только через переднюю дверь. Посадка, высадка через заднюю дверь. Так, 161-509 будет жалоба, да, написана на портал Мужчина. Напишите рапорт. Я отпишу. Мы не рапорт, мы пожалуемся. Ваша работа ехать и все. Моя работа ехать. И также не допускать пассажиров в среднюю. Пассажир вторую дверь проходит, потому что инвалиды и кто просто зашел. По какой причине? Сумками. У вас вот коляска, у вас велосипед. Как вас зовут? Панев Александр Дмитриевич, 5605 табель. Очень хорошо. Будет написана жалоба сегодня. Хорошо. Никто не президенту жалобу не президенту, а Мосгортрав. Некоторые автобусы входят через эти двери. Это вот хотел проверить, как себе, правда, не правда. А этим вообще все по барабану. Все прибывают на автобусе. Автобусе номер. Все проходят передние двери. Шоу, давайте, давайте. Будем на ютубе лайки собирать. Ну что, не хам, нормально. Вот так всегда надо говорить, и все, работает 100%. Уже не первый раз. Я просто не успевали, видели автобус. У него есть график движения, все, он должен ехать.